Можете мне представить следующего ведущего вот заключительной части? И тех, кто глубокий воды, да? Без этого уже усолся. Смотрите, вы увидите уже первые признаки деградации экологии мозга, сознания, когда ему понравился, да, человек, ну и так уже. И вот, наверное, свеженький Митин Григорьевич Дунаев, вдохновленный наградой, сейчас защищает наш уровень 5006. Зачитаем. Ура! Ура! Друзья мои, на самом деле сегодня замечательный праздник, все заслужили, получили заслуженные награды, многие повторили. Первый раз все, конечно же. Вот, друзья мои, обожаю, люблю, но я точно не забираю, это мой. А, чтобы не видно было. Да, понял. Вот, так вот, если многие, вы же все YouTube-то смотрите, посмотрели наш клип с Николаем Николаевичем? Нет? Так, сегодня же все заходят в YouTube, набирают YouTube, да, там набирают Дунаев доброта, или Дроздов доброта, или Куклачев доброта, и вы увидите, как мы вчетвером, я, Николай Николаевич, и Ильич, как Манеж, спели замечательную песню. Договорились? Дунаев доброта YouTube. Запомнили три слова. А сейчас доброта от нас троих. Впервые Евгений Воскресенский, он уже соль, а? Он уже записал соль на эти песни. И сейчас мы для вас исполним вторым, а можно еще один микрофончик? Вот, третий идет. Отлично. Вот. Специально для вас незабываемое исполнение Дмитрия Дунаева, Екатерины Манежки и Евгения Воскресенского, и Воскресенского песни «Да, правда, да». Добиваем. Thank you.
сейчас мы приступаем к награждениям. Итак, понял, засчитывать не будем, мы не знаем, кому это будет. Да. Ох, мне с орденом, так, мы же надо посмотреть. Так, вы забираете, я скажу, должна посмотреть орден. Ух ты! Обалдеть, покажи всем. Катя, покажи. Вот это медалька. Ну, Евгений Воскресенский, конечно, что? Все, супер. Евгений Воскресенский, Екатерина Малешина. Ну, она, кстати, тоже может помочь сейчас представить следующего исполнителя. Правда, Катя? Ты же поможешь? Я попрошу, помогите, пожалуйста, нам вот награды забрать. О, и вот эту, если можно. Может, не будешь медаль отдавать? А может, мы ее оденем? Так мы ее одеваем. Ничего себе. Так, коробочку, пожалуйста, возьмите. Катя. О! Ничего себе. Вот это да. Ну что, замечательно, Катя. Давай мы представим сейчас с тобой следующих исполнителей. Итак, Евгений Воскресенский у нас же выступал, правда? Был такой? Был. Точно? Был. Итак, сейчас мы приглашаем на эту сцену Ваклакова Игоря Павловича, солиста легендарного ансамбля «Синяя птица». Правильно, «Синяя птица», заслуженная «Птица России». Сначала песня, потом награждение.